Итак, все яблони сбросили листву, опять кроме колновидок. Почему? У колновидок, как у менее морозостойких деревьев, даже в Сибири, даже у меня, это уже несколько поколений, до конца не вызревают почки и до конца, естественно, не сбрасываются листва. Лист не сброшен, почка не вызрела. Так? А эта колонна, она должна расти одной. Вот, еще раз, я об этом, меня перекрыли кислород в Москве, когда крупнейшая в России газета, авторитетнейшая, когда меня задарили премии, когда прислал мне личную книгу с подписью, сам Андрей Туманов, сам, он же там в Думе, не последний человек в Госдуме, он же был председатель Союза садоводов всей России. Так. И вот когда я напечатал статью, что нельзя, не получится ничего с колновидными, тупик. Статью напечатали, премию вручили, 15 тысяч. А дальше, и все, не высовывайся. Коммерция, поняли, да? Вот. И вот у меня на память осталась вот такая фотография, видите? Смотрите, меня кое-кто, пока не буду показывать пальцем, вот, а все стяжательство обвиняет, да? Вот, смотрите, видите вот эти ветки справа, вот две прекрасные отрезать, прекрасные можно перерезать. А как их, если не будет веток, нечего будет поливать? Так же? Я, конечно, семечек собрал с этих, с колновидных плодов, с яблок. Но вот этот вопрос в середину наполовину вырастет и толк. Поливать надо. Значит, вот эти надо отрезать. Вот слева отрезать. Ну, и дорезался, она умерла. Вот. А уже, так сказать, это знаете как, уже рекорд состоялся. Вот она на какой-то момент была самой высокой в мире. Потом еще есть несколько, на метр выше. Но на тот момент. А дальше я вспоминаю, как этот говорил хозяин лошади. Ну, вы представляете, ну, отучил уже лошадь кушать. Ну, отучил уже все, уже... Работает, но не ест, не ест, не ест, не ест. Неделю не ест, две в месяц. Вот уже все, еще бы немного привыкла бы без еды. Нет, сдохла. И вот у меня также сдохла, потому что вот эти ветки я отрезал. Но дальше, естественно, здесь уже не отрезал ни одну. Вы видели, здесь было 2-2,5 ведра яблок. Но, учитывая площадь листьев, запоминайте, никаких... колонны. Это просто я шел мимо, вижу, лист не сбросил. Думаю, есть повод поговорить. Лист не сбросила. Почки не вызрели. Умирать не умирает, но, друзья, это должно войти в будущие учебники, хотя бы для студентов. Площадь листьев прямо пропорционально количеству, если брать, допустим, весе, количеству плодов, весового количества. И вот, или наоборот, количество плодов в весовой величине, в килограммах и так далее, находится в прямой пропорции с площадью листьев. Все! Дальше начинаются сказки. Вот одна из них. Подробно будем говорить, но ничего, куда мы денемся с подводной лодки. Фото. А, фото колновидной яблони. Видите? Берем. Вот такое, например, да? Все они задействованы. Сотни питомников торгуют. Используется вот эта фотография. Это редко. Вот эта фотография. Вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот. Ну, ниже, если взять, еще парочка. Все, то есть им этим поручают, как называют, специалистам по компьютерщикам, сделайте сайт красивый. Своих таких урожаев нет и быть не может. Он берет и копирует вот эту вот. А мы ее сейчас возьмем и посмотрим, как это дерево умудряется расти в сотнях. Садов. Одно дерево вот это, в сотнях садов. Вы еще обратите внимание, сколько оно еще это, как маскируется, видели? Но мы пока возьмем только самое верхнее, вот это, вот, самое первое. Вот, внимание. Только учите, можете сходить чаю попить, это долго. Вы понимаете,
насколько, я не могу иначе. У меня есть колонны, я с ними поработал. Я 3 мировых рекорда по колонне. Это так просто, господи. Если это привить на Сибирке. Посмотрите, что делается. Посмотрите. Цена в Черновцах. Вот, Подмосковье. И это все бесконечно. А где они, колонны-то? Вы представляете, я сам, когда готовился, я начал листать, я устал. Я все продолжаю, я устал. Вы поверите, что творится? Нет. Это только одна фотография. Это она же. Немножко хитрят, видишь, есть хитрости. Но это она же. Все. Наверное, сотни-две. Смотрим. Сейчас придется вот так быстрый возврат. Вот так делать. Вот это-то. Надо где-то это говорить на этих самых. На конференции. Для чего собирается? Елена Александрович, вы были на этих... сколько там народу выступало? Хоть один сказал что-то путнее по делу. А теперь смотрите. Похоже, она же. Только чуть-чуть. Она же, я еще вот тут найду, и тут найду, и тут найду, и тут найду, и тут найду. Видите как, вырезали середку. Вот середку. Это она же, и еще сотни, еще. Вот это я только одну, я дальше не стал. Вот. Возвращаемся к нашим, чуть не сказал, баранам. А весь народ хотят с нас делать барана. Видите? В Средней России они никогда не будут давать ничего, никаких вот этих. Это один год. А потом обычно смерть. Или пропускает урожай, а потом делим уже на 2 года, значит урожай в 2 раза меньше. А потом прекращается по отношению на центральной ветке, а боковые приказаны отрезать. Вот эта дурь всеобщая. Я надеюсь, я вот просто шел мимо, вот 19-го шел, 3 дня назад. Фотографировал. И как надо сделать, а? Я попрошу, ну это, конечно, это... Я не знаю, как сделать, чтобы об этом все узнали. Ну, нельзя так. Если Сибирь завалена саженцами колоновидных ямы, самое интересное, настоящие. Их легко отличить. Ниже я вам покажу, где-то там есть. Вот он, мировые рекорды. Вот это нормальный средний урожайчик. Так оно и должно быть. Если однажды покроется целиком, внимание, вот мировой рекорд, 5 ведер. Это одно дерево, так, одно, не подумайте, что 2. Вот, 5 ведер, и на следующий год мертво. Догадайтесь, почему. А вот то, что я покупал на рынке, мы 2 таких купили. Мы успели отрезать вот столько, вот, продлить им рот, перенести на колонны, то перенесли на, как называется, на подвойные, на корневые отводки из тайги. И сейчас рядом вот с Ёй. Но я вам показывал неудобно. Да, и фильм видели. Мы подходили, угощались яблоками. Ничего сверхъестественного. Никаких супер урожаев. Красивые, вкусные яблочки. Просто карлики. А те, если брать их за основу, прожили 13 лет вот эти. Мы покупали 2 таких. Мы покупали валюту. Вторую я забыл. Президент, что ли. Вот. Эти родные, посаженные вот с этими корабетами, а торец отрезан, это не отрезан корень. Это вот это и был, вот это вот под землей, эта часть, это палка, обросла корнями, все. Вот. Это 13 лет, одна еще жива, 2 яблока за 13 лет. Делим 2 на 13, догадайтесь, что получается. Как Райкин, так же, вот помните, в уме, вот так, когда он там электричество крутил в свою пользу. Так вот, здесь получается страшная картина. Везде и всюду торгуют этими. Вся Сибирь, а в Сибири ни у кого ничего фактически нет. Все, это гигантский лохотрон. Но правду об этом никто не знает. А мне кислород перекрыли. Вот, как там, помните? Фамилию до сих пор не называю. Доктор наук сказал, у Железова, у меня, говорит, все абрикосы погибли, у Железова не может быть. И вот. И звонит мне зам Туманова, вот, заместитель по научной части.
И говорит: Валерий Константинович, после заявления этого доктора НУС мы вас печатать больше не можем. Вот сколько за эти годы можно было бы добра сделать в стране? Вот. А эти так печатают. Вот.